Всем привет, с вами Македа Про, и это небольшое видео, которое станет дополнением записи, которую я опубликовал сегодня по регистрации бесплатных имен в доменных зонах ML, CF, GQ, то есть африканские доменные зоны, где можно бесплатно зарезервировать себе имечко, выбрать, либо доменное имя в зоне ТК, это острова Токелау, которые относятся к Новой Зеландии. Для того, чтобы все сделать быстро и чтобы это все было удобно непосредственно для вас, я завел новую почту в сервисе Gmail со странным длинным именем, которое нам пригодится для того, чтобы показать, как это все выглядит, как проходит регистрация. После того, как вы завели ящик, либо, возможно, вы будете регистрировать доменное имя на свой уже существующий, возможно, реальный почтовый адрес. После того, как вы вошли в свой ящик на Gmail, переходите в сервис freenom.com, переходим во вход, идем на страницу регистрации. После этого мы попадаем, если мы сделаем Switch Accounts, мы здесь видим возможности зарегистрироваться. Это возможна регистрация при помощи любого почтового ящика. Здесь вы вводите пароль, регистрируетесь и заводите себе таким образом аккаунт во freenom.com. Я делаю это через Google, потому что это быстро, удобно и не нужно делать никаких телодвижений посторонних. Входим через Google, авторизуемся, разрешаем. Попадаем на страницу, откуда мы переходим непосредственно уже для регистрации в сервис регистрации доменных имен. И здесь вводим то доменное имя, которое вы хотите зарегистрировать, возможно, которое пригодится вам как для каких-то тестовых работ, для каких-то проектов, в которых вы будете внедрять какие-то свои отдельные, то ли это плагины, то ли это какие-то движки, то есть вы получаете полностью рабочее доменное имя, которым распоряжаться уже будете вы. Теперь ищем то, что нам нужно. Допустим, понятное дело, что в этом сервисе все крутые имена уже разобраны. Я уже писал в статье о том, что шоп будет стоить ни много ни мало от 300 до 1700 евро, а то и больше. А вот, например, shop.ga уже занят. Соответственно, мы ищем что-то другое. Для того, чтобы под тест себе зарезервировал уже доменное имя, уже все работает, уже все подключил, осталось только залить файлы движка. Ну, допустим, выберем какой-то вариант. Смотрим. Вот, пожалуйста, бесплатное абсолютно, можно выбрать себе имя, Автомотив 2, посмотрим, сколько стоит Автомотив. Автомотив CF, это Центральная Африка, тоже абсолютно бесплатно. Нажимаем Get it now, теперь этот домен будет за нами, выбираем его. Переходим в сервисы. Чекаут. Вот сюда будет точнее. Вот, Автомотив CF. Выбираем 12 месяцев бесплатно. Идем дальше. Еще раз подтверждаем, что это наш аккаунт регистрирует доменное имя под себя. Дальше здесь соглашаемся с правилами, заполняем заказ, ваш номер заказа и переходим в нашу клиентскую зону, то есть в административную часть. Далее смотрим мои домены. Вот нам уже пришло письмо с подтверждением регистрация доменного имени. Спасибо за регистрацию. Не за что. Вы нам помогаете, а мы просто показываем людям, как все это делается.
статус активный, тип свободный. Далее нам нужно прописать NS-ки, которые вы берете у хостера, для того, чтобы доменное имя нормально работало. То есть сейчас NS-ки прописаны африканские, сервиса Freenom 80.80.81, но мы берем NS-ки у хостера, они всегда есть в свободном доступе, с ними все просто. Переходим в Manage Domain. Опять нас просят войти при помощи своей записи. Это такой вот способ защиты вашего аккаунта во Freenom. Нужно постоянно переходить. Далее мы идем, переходим, вот уже информационная зона, административная часть. Идем в Manage Tools. Здесь есть в выпадающем меню возможность перейти на страницу с Name Servers, то есть наши NS-ки. Здесь вы вписываете те сервера, под которыми работает ваш хостер. Их может быть не 4, их может быть 5, их может быть 3, их может быть 2. После этого вы указываете их, удаляете, переписываете свое, удаляете, переписываете свое. Далее вы сохраняете новые NS-ки. Опять нас просят переавторизоваться. После того, как вы обновили NS на NS-ке хостера, вы идете к своему хостеру. Например, у меня хостер ukraine.com.ua. Я когда попадаю на страницу с настройками доменного имени, там пишется: в данный момент в вашем доменном имени прописаны не наши name-сервера. Измените их и обновите. После того, как я здесь меняю в административной части name-сервера, они изменены, я сохраняю изменения, я возвращаюсь к хостеру, нажимаю кнопочку «Обновить», и сразу же, там буквально через несколько минут, пишется о том, что name-сервера были обновлены, и теперь доменное имя привязано к нашему хостингу. Вы можете добавить теперь сайт, папочка добавится в вашем FTP-аккаунте, и вы сможете спокойно добавлять туда файлы, заливать движок и, соответственно, спокойно работать с ним без всяких проблем и использовать это доменное имя по своему усмотрению. В принципе, это все. С вами был Makedopro. Смотрите, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных видео, простых и не очень. Будут обзоры плагинов, будут обзоры коллекций шаблонов, будут обзоры по каким-то сервисам. Очень скоро будет интересная статья и обзор брокеров, которые работают с опционами, с бинарными, точнее с турбоопционами. И я расскажу о своей собственной стратегии, практически 100%, которая работает и с помощью которой можно заработать деньги. Расскажу, почему бинарные опционы — это не казино, как ошибочно многие считают. То есть в любом случае вам будет интересно, не только интересно, но и полезно. Всем привет, всем удачи, до новых встреч!